брускетта с копченой уткой и инжирным джемом, а еще тальятелле с морепродуктами. Челябинцам предлагают оценить мастерство шеф-повара мирового уровня. В столице региона открылось новое заведение. Кухней руководит победитель известного кулинарного шоу. Егор Хвисюк расскажет подробности. История Семена Колесникова – тот случай, когда выбор нового пути в жизни в итоге привел к большому успеху. Не поступив в технический вуз, занялся поварским искусством. В гастрономии молодой человек нашел себя, стал победителем известного кулинарного шоу, призером Кубка Кремля. Под его началом теперь работает целая сеть ресторанов «Честер Фэмили». Один из них открыл свои двери и челябинцам в здании отеля «Холидей Инн» на Университетской набережной. Но у нас самая, в принципе, простая кухня, которая основывается на простых ингредиентах, но она со своим стилем, со своим вкусом. Ну и, в принципе, каждый найдет в ней что-то свое. Семен родом из Брянска. Именно там открыл первый ресторан «Честер», который на протяжении многих лет известный сайт для путешественников TripAdvisor признает лучшим из почти 200 заведений города. Уже состоявшуюся концепцию будут развивать и в Челябинске. Казалось бы, простые блюда здесь обретают совершенно новый интересный вкус. Этот гриль – это еще одна из особенностей нашей кухни, который дает сильный аромат дыма мясу, он улучшает вкусовые свойства за счет того, что он закрыт, и дым тут концентрируется и обогащает мясо. Особенное в ресторане не только кухня, но и бар. Специально для заведения бренд «Сомелье» составил уникальную карту напитков. В ресторане нет танцпола и громкой музыки. Главное – гастрономическое наслаждение. При этом цены в «Честере» на порядок ниже, чем в других ресторанах южноуральской столицы. Гости, которые посещают сейчас наше заведение, говорят, что у вас действительно вы все из Брянска. Да, мы все из Брянска. Мы здесь для того, чтобы научить местных поваров, местных официантов, менеджеров, управленцев нашим стандартам, нашей корпоративной культуре, нашему отношению к делу. Ежедневно двери ресторана открывает в полдень. Заведение находится на первом этаже отеля Holiday Inn, который недавно серьезно обновился. Это касается как номеров, так и ресепшена и конференц-зала. Для бронирования доступны 76 номеров. Незабываемый отдых с качественным сервисом по мировым стандартам. Такова философия Holiday Inn. Егор Хвисюк, Дмитрий Абрахин, ОТВ.